Привет, господа, давно не было видео про наш проект I Know This Place. Все-таки, ну, я очень рад, что очень много кто в паблике у нас, и люди добавляются, но на YouTube я что-то давно просто не делал про это, и буду как бы стараться, конечно, всегда это говорю, стараться выпускать чаще видео. У меня они на разные темы, не только про наш проект, но, как видите, вообще целиком, судя по синякам под глазами, я полностью в этом проекте и посвящаю ему очень много времени. Давайте я вам расскажу кратко вообще, какие новости. Давайте начнем с самого интересного, что чаще всего задают нам, это когда выйдет глава 2. То есть, как вы знаете, мы выпустили пилотную главу, она была коротенькая, на 25 минут геймплея, хотя некоторые там по 4 часа проводили. Вот, и после этого мы долго ничего не выпускали, потому что мы снимали короткометражный фильм, а главой 2 мы занялись только в сентябре-октябре, условно, да, того года. И вот, по сути, почти год прошел, и, ну, мы так и делаем это, по сути, на энтузиазме, своими силами, мы это делаем независимо, и поэтому, ну, времени уходит много. И вот глава 2 почти готова. Конечно, нам еще предстоит много работы с меню, много проблем каких-то там решений, багов именно, да, но нам в этом помогут очень сильно наши платные подписчики, Boosty-подписчики, они получат ее ранее, они ее получат на тесты, и также они попадут в титры. Вот. Остальные получат главу, я думаю, где-то осенью, в середине, может быть. Если вы хотите, кстати, сразу поддержать этот проект и меня, то можете стать платным подписчиком и попасть в титры. То есть для этого, пожалуйста, прочитайте под этим видео, будут условия. Вот. Что нового еще и как мы, в принципе, пытаемся держаться на плаву, так сказать? В нашем паблике, я почти каждый день веду новости в нашем паблике в русском, есть еще английский. Так вот, в нашем паблике, ссылка вот тоже внизу будет, мы сделали интерактивный квест. Это, по сути, интерактивный рассказ. Это как будто вы читаете по страничкам каждый день книгу, и при этом после каждой страницы, после каждой вот какого-то фрагмента истории вы можете голосовать за действия героя. Вот, я это пишу почти каждые 2 дня. Люди голосуют, и, соответственно, история вот так вот собирается. Самое, что прикольное, что эта история, она, по сути, связана с основным сюжетом как фильмов наших, так и игровых глав по I Know This Place. То есть это, грубо говоря, все единая такая вселенная. Это будет интересно всем, даже те, кто не знает, что у нас за проект, я рекомендую зайти посмотреть. Это происходит все в нашем паблике, однако вот тоже будет ссылка внизу. Я это попутно все склеиваю в один документ, чтобы люди могли потом зайти и прочитать это единой историей и посмотреть, кто за что голосовал. Довольно прикольно получается, то есть, опять же, каждые 2 дня я жду, когда, ну, наберется там плюс 35 где-то так вот голосов, и после этого я смотрю, за что люди больше всего голосовали, и пишу историю уже исходя из этого. Вот, надеюсь, что потом мы вот этот интерактивный рассказ сможем выпустить как главу, и то есть понятно, что это будет приятно, потому что, ну, те, кто голосовал, они увидят, что их решение здесь вот учитывается. Но не стоит забывать, что, опять же, глава 2 игровая, которую мы делаем, она тоже на основе ваших голосов из главы 1. То есть фишка нашего проекта, как я всегда говорю, это в том, что мы близкие к комьюнити, близкие к зрителям, к игрокам, и они голосуют, они размещают свои предметы, они влияют, по сути, на ход игры. Вот, и этим мы интересны. Интересного еще, что из новостей, это то, что некоторые ребята, то есть, ну, такие из больших студий и так далее, тоже интересовались нашим проектом, и они взяли у нас pitch deck. Мы подготовили pitch deck, это такая большая красивая презентация для инвесторов, и они их отослали большим дядькам из сферы кино и даже там кому-то в Кинопоиск понесли. То есть, может, будут какие-то там ответы, то есть, говорили, что, возможно, такое будет интересно. То есть, по независимым оценкам, то есть, условно даже, можно сказать, мы не имеем конкурентов в СНГ, может быть, в даже глобально, потому что именно с таким подходом такой игры, ну, пока не было, то есть мы не нашли. И кроме нас делала еще независимую оценку ребята из организации развития видеоиндустрии. Вот, и они тоже сообщали нам, что там, в принципе, ну, такого они не нашли ничего за последние годы. Ну, это, конечно, греет душу. Что еще интересного, про это отдельное видео будет. Для поддержки проекта есть токен I Know. Он в сети Тон. Этот токен, кстати, сейчас обалдеть как растет. И, соответственно, этот токен у нас есть небольшое такое количество, то есть меньше половины, понятное дело, от эмиссии.
мы его дарим. Дарим, типа, тем, кто поддерживает как-то проект, участвует в чате в каких-то конкурсах. Просто раздаем как награды. То есть, по сути, спустя время, когда токен еще больше вырастет, вы все на этом можете заработать. Соответственно, за, вот, например, голосование в этом интерактивном фесте в нашем паблике мы тоже его раздаем, поэтому тоже можете забежать, посмотреть. Ну а позже я сделаю отдельное видео про то, зачем вообще этот токен нужен. Ну, если забегая вперед, скажу, что в главе 2, просто играя, можно его будет получить. То есть это, по сути, поддержка наших игроков проекта, и, может быть, мы выйдем на, так сказать, самофинансирование, что ли, и сможем развивать этот проект без участия, так сказать, стандартных инвесторов и каких-то издателей. Посмотрим, пока что все идет хорошо. Сразу же еще хочу сказать, вопросы задавали часто. Как быстро будут выходить главы? Если мы сможем выйти на самофинансирование, и у нас будут, ну, так сказать, средства на расширение команды именно, то главы, конечно, можно не выпускать не раз в год, а раз там несколько месяцев. Более того, у нас вот в пичдеке, да, в презентации, мы даже четко прописывали, что, ну, для инвесторов, для компании, если кто-то захочет с нами сотрудничать, у нас 7 способов получения прибыли от этого проекта, и этот проект можно вести параллельно. То есть можно параллельными командами вести без всяких проблем, потому что у нас главы могут быть очень разными. Мы подразумеваем, что некоторые главы могут быть вообще не как игра, не как фильм, там, а как что-то еще. Ну, а, например, или игра, ну, не 3D, а 2D. Или вообще это визуальная лавелла, да, то есть может быть что угодно. Вот этим этот проект, в принципе, я думаю, интересен будет многим. И у нас, господа, открылся сайт i-no.net. Это сайт на двух языках у нас будет, и здесь можно найти все ссылки и всю информацию про этот проект. Может, вы захотите поделиться с друзьями, и кто не знает, может быстро здесь ознакомиться, о чем вообще это. И здесь сразу можно посмотреть фильм, здесь всякие фишки указаны, что вы можете стать соавтором или заказать локацию. Все это указано прямо на одной страничке. Про токен, кому интересно, тут все ссылки есть, опять же, там на график и на биржу. Дальше у нас тут есть отзывы от известных людей и награды. Немножко показателей, немножко скриншотов из главы 2. Ну и, конечно, вселенная. То есть все фильмы, все главы, все вообще, все, что мы выпускали, связанное с I Know The Space, оно будет здесь. Здесь еще добавлю DLC альбом наш, что не добавлен. Еще я обновлю сайт, добавлю текстовый квест. Ну а в конце форма для связи, если захотите связаться с нами. А еще нам сделали вот такой обалденный макет ручной работы. Это реально квартира Володи из игры «Один в один». И она сделана полностью вручную. Девочка, вот Настя нам сделала, спасибо большое. И мы его разыграем. Тот, кто вот первый пройдет главу 2, вот получит вот такой офигенный макет. Это ночник, там батарейки стоят внутри, в крыше спрятаны. Все это дело светится. И просто обалденная такая штука вот на полке, как напоминание о том, что вы прошли вот такую крутую историю. Ну, как-то так, это очень коротко, поэтому надеюсь, что вы зайдете в наш паблик и просто почитаете эту интерактивную историю. Тем, кто любит читать книги, тем, кто любит какие-то необычные рассказы или просто вот хочет посмотреть, как это, интерактивная история, да, это все прям в Telegram-паблике. В будущем, наверное, сделаем веб-ап или бота, который будет эту историю как-то показывать со всеми вариантами ответа, чтобы можно было пройти ее по всем вариантам. Но пока что сделано это очень просто. То есть читаете, голосуете, через несколько дней смотрим, кто за что проголосовал, выходит новая страница истории. Вот и все. И да, опять же, если хотите попасть в титры, либо разместить свой какой-то предмет в игре, то есть это все можно. Это все мы делаем либо на конкурсной основе, либо платные подписки. Платная подписка очень просто. Кто-то покупает токен iKnow, на больше чем 5 или 10 тонн он попадает у нас в закрытый чат подписчиков. Либо у нас есть страничка Boosty, если вы хотите с вашей карточки просто донатить нам там раз в месяц какую-то сумму. Платные подписчики могут размещать свои предметы, предлагать идеи, заранее получать главы, бесплатно эти главы получать. В принципе, участвовать как соавторы проекта. Ну, само собой. Допустим, не знаю, кто-то из вас там скидывает вот такой предмет, говорит, я хочу вот такую калимбу, чтобы вы разместили в игре с моей подписью. Ну, мы это моделируем, размещаем и так далее. Конечно же, это занимает время и силы, поэтому это только для платных подписчиков. Ну, как-то так. Буду стараться выпускать чаще. Пишите мне в комменты, про что вы хотите, чтобы я говорил, если это как-то помогает. Потому что кому нахрен интересен блок разработки? Вы что, серьезно? Типа, если бы я здесь просто сидел вам и показывал, как это делается, так это в более, во-первых, спойлеры, а во-вторых, это скучно.
Ну, типа, вы только посмотрите, какая это жесть, а? Вы посмотрите, какая это жесть, а? Да мне это снится уже.